За поражение армян в апрельской войне ответит Серж Саргсян. В Армении, похоже, уже назначили виновного в поражении от Азербайджана в ходе апрельской войны. На последний вопрос об апрельской войне ответит экс-президент Серж Саргсян. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Качарян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода». Последний вопрос должен быть задан человеку, который принял самое важное решение, то есть тогдашнему верховному главнокомандующему, отметил Качарян, говоря о вероятности приглашения Саргсяна на одно из заседаний комиссии. Надо понять, когда и как ему доложили о сложившейся ситуации, какой приказ был получен главами соответствующих структур и насколько быстро этот приказ был выполнен. Кому еще мы можем задать эти вопросы, отметил глава комиссии. Качарян выразил уверенность в том, что Саргсян не откажется от приглашения комиссии, если таковое последует. По его словам, человек, отказавшийся от участия в работах комиссии, автоматически возьмет на себя огромный груз подозрений. «Сегодня никто не может пойти на это», – подчеркнул он, добавив, что хотели бы услышать объяснение и от находящегося в бегах Микаэла Арутюняна, который в 2016 году занимал должность главного военного инспектора при президенте Армении. Также отметим, что парламентская комиссия по расследованию причин поражения армянской армии в апрельской войне в Карабахе была создана в июне текущего года. В состав комиссии вошли представители всех фракций Национального собрания. Целью ее работы является выявление ошибок, недочетов и бездействия со стороны тогдашних властей в вышеотмеченный период обострения ситуации на границе, приведшего к гибели свыше 500 армянских военнослужащих.